Вот пройдем туда дальше, там у нас будут львята. Пумы, панды и львята. У каждой группы еще пока строящегося детского сада на стенах будет свой зверек из мультика, рассказывает застройщик Владимир Отмашкин и заверяет, интерьер здания не имеет аналогов в Сибири. Впрочем, работы пока продолжаются как внутри, так и снаружи. В июне, говорит застройщик, детский сад будет готов. И уже этой осенью его порог переступят маленькие жители квартала 2038. В густонаселенном индустриальном районе, по словам родителей, сад рядом с домом прежде всего удобство. Сегодня в нем занято уже 260 мест из 330. Вы ходите в садик уже, нет? Ну да, мы на перевод стоимся. Куда-то ходите, да? Да, далеко ездите? Да. Долго надо, да? Здесь тем более выбраться пока что еще так тяжеловато. Да, здесь минуту от дома идти хочется уже рядышком. Общая стоимость детского сада составила 344 миллиона рублей. Строительство дошкольных учреждений в крае продолжается. Только в этом году власти региона планируют создать больше 1000 дополнительных мест, открыв 4 детских сада. Анара Шагирова, «День с толком».